Пожнут твои плоды потомки. Привет, я даже сегодня буду рассказывать о косметических средствах, которые у меня закончились. Ну, как-то не парадоксально, я хочу начать средство, которое у меня не закончилось. Пользуюсь им несколько дней всего, но уже составила свое печальное мнение. Где ты? Это вот такая мицеллярная вода. Покупала в Фикспасе за 49 рублей. Что там у нас за фирма? Черт его поймет. Биоаква, наверное. Это, да, это Биоаква. Мицеллярной водой, как известно, можно очищать кожу, можно снимать макияж. Да, в качестве тоника вот ее использовать можно. Но очищать макияж нет, да мы уйдем. Макияж удаляет просто на ура. Тут даже отрицать грешно. Но как оно его удаляет? Оно убирает его. Ну, допустим, глаз, да, с глаз, превращает в комочки, и эти комочки размазывают по лицу. То есть получается даже не глаза панды, а леопард в черную крапинку от туши. Вот, то есть тушь безобразно стирает, размазывая по лицу вот такими вот, действительно, вот прям полосками, пятнышками. Все остальное косметику убирает нормально. Ну и еще его минус, почему-то заглушка здесь открывается не с лицевой стороны, а с изнаночной. Вот таким образом. Начну с духов, которые закончились. У меня как раз наступление осени, у меня духи делятся на летние и зимние. Первый больше с цитрусовым таким ароматом, зимние больше такие с какой-то перчинкой. Эти были летние. Не знаю, почему я ему их показываю, потому что да, не знаю ни названия, ни номера. Куда-то пропала коробочка, хотя обычно я храню коробочки духов. Это Кензо или Кинзо, не знаю, как правильно произносится. Пах, запах такой цитрусово-арбузный. Я очень люблю арбуз. Он шлейф за собой оставляет где-то в метр. Держится часов 4, ну, может быть, 5. Очень приятный аромат, но вот такого рода флакон. Ну, повторюсь, к сожалению, не могу сказать вам номера, название. Закончилась у меня моя любимая умывалка. Фирма «Зеленая аптека». Зеленым чаем. Нижний гель умывания не раз уже показывала. Объясняла, что вот просто идеально умывающее средство. Оно кожу не присушивает, макияж смывает, но ура. При этом не нужно тереть кожу просто как, я не знаю, маньяк. Вот, кстати, я даже придумала девиз для вот этой мицеллярной воды. Проще пойти умыться. Так что вот очень рекомендую. Так, закончился у меня тоник Байкал. Вот такой. Крышка здесь. Вот такая. То есть она не раскручивается, не оттопыривается, а приподнимается. Ничего не могу сказать об этом тонике вообще. Все, что она делает, это... Я не знаю, я просто вот в процессе нанесения с помощью ватного диска на кожу я чувствовала, что да, что-то у меня там чем-то я там влажным елозью по коже, но никакого эффекта я от него не видела. Все равно, что водой просто... Натура Сибелька, моя большая-большая любовь. Есть только один продукт Натура Сибелька, которому я не поставила, которого поставила оценку ниже 4. И это не этот продукт. Это крем для рук из облепиховой серии. Питает, увлажняет кожу, написано на упаковке. Защищает кожу, сохраняя ее мягкость. Ребята не врут. Прекрасно питает, увлажняет. Все делает, все выполняет, все предъявленные функции. И при этом не оставляет никакой жирной пленки, никакого ощущения, что фу-фу-фу, я перестаралась там. Хороший питательный рук, всем рекомендую. Он просто прекрасен. У нас осталось собственного продукта. Сегодня быстро. Стоять. Это тушь от Вивьен Сабо. Такая.
Обычная. Моделист называется. Щеточка здесь покажу, какая. Вот такая. Что могу сказать? Самая обычная тушь. Просто обычная тушь. И эффект от нее обычный. Не могу сказать ничего плохого и ничего хорошего. Обычная тушь. Совсем недавно мне закончился консилер от Essence. Stay all day. 16 часов. Long lasting. Оттенок какой-то там. Прошу прощения, вот тут с упаковки стерся. Извините, конечно. Ну, такова жизнь. Ну, обычно я беру самые светлые оттенки, потому что кожа у меня светлая достаточно, чтобы там не казалось на видеокамере. Она сделана очень удобно в виде аппликатора. Очень удобно так наносить под глазами и в остальных местах. Хороший, прекрасно маскирует, подсушивает, ну, все, что нужно, он делает. Я расстроилась, когда он закончился. Хорошее средство. Собственно, это все. Я желаю вам самого лучшего, самых лучших продуктов, самых лучших средств, вообще всего самого лучшего. Пусть у вас все будет хорошо. На этом все. Пока.